Да, слава Богу. Приветствую всех вас, дорогие друзья, из Санкт-Петербурга. Сейчас вот идет подготовка к служению. Расставляем стульчики. Пламенеющий Израиль собирается здесь. Люди неравнодушные, люди, любящие Господа, люди, прославляющие Бога. И мы ждем гостей. Здесь вот столы расставляются, потом будет трапеза. Ну и здесь и танцы, прославления, песни, хвала. Слава Богу. Здесь все это собрание проходит в здании такой протестантской евангельской церкви. Кстати, название этой церкви? Новая жизнь. Новая жизнь. Новая жизнь, Санкт-Петербург. Замечательно. Такое небольшое здание, небольшой зал, но очень уютный такой. Слава Богу. И как раз вот сегодня шаббат, сегодня суббота, день Господний. И здесь вот такое богослужение. С любовью во Христе Иисусе, Сергей Журлев, архиепископ Ивано-Франковской православной церкви.